Бывает он валенки скороходы и торопится по райским горам. Там его ждет хозяйка медной горы. Она весь год собирала большой сундук с самоцветами, чтобы Дедушка Мороз мог украсить самую главную елку нашей страны. Так, на лестнице сосульки. Ну, смотри, красиво как, правда? А вот спешит Дедушка Мороз потом в Кострому, там ждет его внучка Снегурочка. И уже вместе они спешат к вашему новогоднему столу, чтобы поздравить вас с Новым годом. А потом Дедушка Мороз торопится в Калининград. Там он садится на корабль, украшенный янтарем, да под белыми парусами спешит поздравить братьев своих заморских.